Всем привет! 69-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 4 апреля. Если вы не хотите, чтобы Халиль и Зейнеп постоянно ссорились, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. А перед началом анонса благодарю всех подписчиков и зрителей за просмотры, лайки и комментарии. Неожиданно кто-то полностью оплатил обучение Мерве, и теперь она без проблем может начать учиться. Для нее это очень радостная новость, а вот Зейнеп сильно переживает, потому что не знает, кто это сделал. Она пыталась разузнать информацию о плательщике, но он пожелал остаться инкогнито. Сангюль, видя, что Зумрюд пытается свести Халиля и Зейнеп, сказала ей, что она наполнит сердце Халиля такими ужасными вещами, что в нем не останется места для Зейнеп. Зумрюд расплакалась, потому что она хочет счастья для своей внучки. Позже она снова поговорила с Халилем и Зейнеп, после чего они разошлись по своим комнатам и тоже плакали. Если бы они оба признались друг другу в своих чувствах, то могли бы противостоять лжи и предательству со стороны Сунгюль. Но Халиль и Зейнеп боятся делать первый шаг и поэтому страдают. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.